Так, ты это лежишь, чувак? Алло. Пленка. Можно даже, знаете, что сделать? Не полениться, я думаю, и сгонять, проявить пленку в полицейском участке. Да, вот сюда, вот лаборатория. Так, и вот, значит, давай. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем Resident Evil 2 Remake. Вот я нахожусь, напоминаю, в детском приюте Леонида Аркадьевича, который в прошлой серии родил и сдох. Печально, грустно. Теперь на превьюшку, я так понимаю, повода поставить его прекрасный лик у меня больше не будет. Эх, грустненько, грустненько. Но мы спускаемся куда-то. Не знаю, в какой-то подвал. Шерри, ты где? Перевод Шерри, ты меня слышишь? Клэр, Шерри, я уже здесь. Так, все, нашли, наконец-то. Ну, привет, ребенок, ребятенок. Как твои дела тут? А, мне надо, наверное, к ней убежать. Господи! О, не-не-не-не-не-не-не-не, я знаю, кто, я догадываюсь, кто там идет. Беги, беги, ой, беги. Быстрее, меня пендели, да, из этого самого, с каблука, не останавливайся. Это тот случай, когда можно ударить ребенка, я тебе говорю, он иначе хуже будет. Скорее! Продолжай бежать. Не, ну слушай, ты, она как-то все-таки, мне кажется, медленно, медленно все-таки она, мне кажется. Давай, 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 быстрее, Шерри, давай, ух, все, вот. Вот же настырное какое чмо, плюнь ему в хлебало, давай. О, спасибо, спасибо, батя. Папа, что-что? Вот, как я и думал. Батя выручает, о боже. Так подождите, тогда он должен быть на нашей стороне. Одну секунду. Одну, блин. Папа, нет. Так а он же будет жив, я не понимаю. Этот тиран же будет жив. Как он ему распорол там все нахрен? Ну что, сам себя потом зашил иголкой и ниткой или что? Как его мама учила? Как это вообще возможно? Клэр, ты меня слышишь? Клэр, ты в порядке? Клэр, вставай. Он идет за нами. Как он, блядь, воскреснет? Я не могу... Проснись! Проснись же! Так, ну хорошо, давай проснись же. Проснись, проснись же. А, Клэр уже... Она уже выросла, короче. Девочка уже вырасти успела. Нет, это мама ее, да? Открой глаза, не двигайся. Ты не заражена. Вот это по-любому ее мать, да, наверное, 100%. Шерри? Шерри? Где Шерри? Шерри's fine. Шерри, Шерри в порядке. You know Шерри? Вы знаете Шерри? Поразительное проявление силы. А что здесь случилось? Нужно оценить обстановку. Вы кто? Я Клэр. Этого я не предвидела. Простите. Где она? Вы... Алло, вы слышите меня? Чё? О, Аннет я. Скажи, а что случилось с Уильямом? Не знаю, кто это? Существо, которое все это учинило. Чего? Существо, которое это все учинило, это тиран, мне кажется, большая часть. Похоже, оно эволюционирует быстрее, чем ожидалось. Вы куда? Слушай, у меня нет времени отвечать на дурацкие вопросы, окей? Все под контролем. Можно просто сказать, где ребенок? Тупая ты манда! Моя дочь не твоя забота. Ну вот с этого и надо было начинать. И так уже, блин, любой проницательный зритель понял, что ты ее мать. Это, в принципе, ну, который прошел, естественно. Хотя, если не пройти, то вторая компания не открывается, поэтому понятно, что все прошли. Шерри ее дочь? Куда пропала Шерри? Ну, блин, ну если она ее дочь, то, в принципе, тебе не насрать, как бы. То есть, ну, наверное, сами разберутся, там, дела семейные и все такое. Вот смотрите, тут у нас это, чемодан. Чемодан, мне надо как-то это... Вот смотри, вот эти патроны для пистолета, я их точно никак не могу использовать нигде. Вот. А, вот это я дурила. А, вы посмотрите-ка, какая красота. Так я могу сейчас это, пороха могу нахерачить, пороха. Смотрите, у меня есть, вот раз порох есть. Так, там еще 30 патронов. Порох. Больше нет пороха? Не, больше нет пороха. Ну, в принципе, я могу вот этим вот, да, вот этим пистолетом нормально хреначить. Я, оказывается, для него патроны изготовлял из двух обычных порохов. Из двух обычных порохов делаем патроны, отстреливаем лохов, да. Очень скоро начинается заключительный этап клинических испытаний Г-вируса. Известно, существо Г превзойдет по своим возможностям любого человека, но мне хотелось бы выдвинуть некоторые гипотезы касательно его биологии и биологических функций. Умственные способности. Сразу после рождения субъекта начнется спад умственных способностей, и через пару дней он перестанет говорить.
конце концов, он окончательно потеряет рассудок и утратит человеческую природу. Его действия будут продиктованы только стремлением к выживанию и репродуктивным инстинктам. Физические способности. Ускоренный процесс деления клеток эволюции позволит существу легко адаптироваться к любой среде. Более того, оно сможет быстро устранить любые повреждения благодаря регенерации тканей. Поэтому полностью уничтожить его обычным огнестрельным оружием будет практически невозможно. Репродуктивное поведение. Самой примечательной особенностью Г будет его стремление к размножению. Существо будет инстинктивно искать людей со схожей ДНК, чтобы внедрить в них эмбрион. Однако шансы на успех такого процесса крайне малы. Если совпадение ДНК будет недостаточным, результатом взаимодействия станет недоразвитое существо Г. Пожалуй, можно назвать одну категорию людей, чья ДНК обладает необходимой степенью сходства. Биологические дети субъекта. Так, подождите, он хочет в свою маленькую девочку, крошечку, малюточку внедрить вот того вот, вот этого вот говна вот этого, которое родилось из Якубовича в прошлой серии, да? Какой заботливый папочка! Прямо вы посмотрите. Так, что за херня? Почему я не могу никуда пройти? Что за бред? А, я вот это должен взять. Патроны доп. Мощности. Ну, допустим. А здесь сюда не пускают, правильно? То есть только назад идти. Назад идти, ну хорошо. А, может тут еще... Нет. Да блин, какого хрена? Одна дверь всего. Тут одна дверь всего, алло. Что это значит, блин? Откройте мне, блин. Подождите, это какой-то маразм. Не может быть. Наверное, где-то есть как... Так, стоп. Наверное, где-то что-то тайное, может быть, можно... Я сохранялся? Ну, давайте я сохранюсь пока, ладно. Пока мы думаем, можно сохраниться. Сейчас я обмозгую этот процесс. Так. У нас есть шкаф, у нас есть дверь, которая не открывается, у нас есть какие-то стеллажи, у нас есть непонятная вот бутылка, вот, на которую тут, наверное, любят сажать. Ой, во, вы гляньте. Я даже не заметил. Оказывается, можно спрыгнуть. Все, окей. Вот теперь-то, наверное, мы спустимся, я так понимаю, в канализацию. У меня такое подозрение. Спустимся в канализацию и будем... Шерри, ты меня слышишь? Ну да, именно здесь, в этом, в общественном стральнике она тебя слышит. Да, действительно, так и есть. Теперь от меня будет вонять говном. Ну, слушай, ну, я думаю, что... Ой. Я думаю, что, может быть, это и хорошая идея, потому что придет этот крокозябра Уильям, да, и примет за своего, скорее всего, потому что он же существо Г, правильно, от тебя вонять говном. Вы идеально подходите друг к другу. Он не будет тебя обижать, понимаешь, из-за этого. Это ты радоваться должна, наоборот. Так, все, давайте-ка бежим мы вот сюда. Бежим мы вот сюда и, по-моему, если я не ошибаюсь, знакомые места. Вот это все я уже... исследовал. Сейчас наверх по лестнице. Тут, по-моему, большая лестница такая должна быть. Фуникулер здесь. Да, фуникулер здесь. Ты уже второй человек, который удивляется, по-моему. Так, теперь давай наверх. Нам еще на нем кататься, наверное, придется. Хотя, может быть, мы попадем другим способом в эту... в лабораторию. Ты козел! Херли, ты тут встал-то так! Да, ты можешь ему ногу уже отстрелить. Что-то какие-то патроны идиотские. Ну, стоп. Все, нормально. С одного... Оу! А этот, блин, пьяный дальнобойщик какого хера тут забыл? Ну ничего, сейчас ему красиво разнесет, смотрите. Ах, прелестно, да? Прям, ух, душа радуется, когда смотришь. Так, ну здесь ничего вроде бы... Не, ну шкафчик-то тут должен быть. Ой, сад, по-моему. Я не уверен. По-моему, S, потом дальше. Я ж еще эту комбинацию... Сук! Сук! Идеально, давай, замок, сук! СВК, СВК. Блин, ну я, наверное, не вспомню. Наверное, я не вспомню. Да. Хм, вот как будто бы вот что-то такое. Нет? Сейчас. Вот мне кажется, что вот так. Короче, я ж помню, что я находил журнал еще в прошлой части игры, когда за Леона играл. Да, вот, видите, подобрал. Все-таки я прав оказался. И мы подбираем вот патроны теперь к полуавтоматическому оружию. Тоже хорошо. Ну, потому что какой смысл второй раз искать тот журнал, если я почти помнил комбинацию. Так, здесь больше ничего нет. Здесь ничего нельзя дернуть. Зомби меня точно дернуть может. А вот я могу что-то делать? О, ну вот для... Видали? Вот не зря. Все-таки не зря я вернулся. Так, ну чё? Давайте теперь спрыгивать. Вот все-таки странная вещь человеческая память. Почему я запомнил именно эту комбинацию так примерно? При том, что... могу иногда забывать совершенно другие, более важные вещи. Вот. Тогда обидно. Так, мы приперлись в то же самое место, где шахматная загадка. Шерри, я же сказала, не уйду, пока не закончу работу. Ты всегда так говоришь. Шерри? Почему ты не осталась дома? Там было безопасно. Эй, Шерри! Я испугалась. Эти существа были повсюду.
Надо было звонить полицию. Разве не этому мы тебя учили? Я позвонила, но никто не приехал, и ты тоже не брала телефон. Вот, Шерри, у меня нет на это времени. Ты понимаешь? Я занята важными делами, тебя жрут зомби, мне насрать. Ты что, ты что, в сказку попала, Шерри? Ты что думала, я твоя мать, я буду за тобой следить? Шерри, я иду. А теперь, господи, мы нашли ее мать, но в итоге вот... Она нашла свою мать, да, казалось бы, вот, когда, как не сейчас, эта малютка должна быть в безопасности, хер там она лежит, вот, на голом, холодном, промозглом полу из говна и ошметков каких-то работников этой станции или чего, то есть, я не знаю. Так, вот это тоже берем, слушай, ну, вот у меня опять старая добрая проблема, у меня заполняется инвентарь просто до ужаса. Сюда можно вставить кассету, кассеты никакой у меня нет, вот сюда вот брошюры строителей. Это я уже читал, да, тут про шахматный клуб и про всякое такое. Я думаю, что крупнокалиберные пистолетные патроны, патроны доп. Мощности. Давайте мы это все будем хранить, наверное. Там у меня есть кислотные пушечки. Зачем мне еще вот эти вот ключи? Я не понимаю, что тоже тут где-то будут использоваться или что? А, вот смотрите, я могу, в принципе, наверное, шахматные фигурки я могу не срывать вот эти. Зачем? То есть, они уже в нужных местах. Король там, где король. А вот тут хер знает, на самом деле. Ну ладно, пусть висит. Все, нет смысла это брать. Как открыть дверь? Так, как открыть дверь, понятно. Ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Король с ферзем порознь. Ну, это что-то не важно, потому что у меня еще нет фигурок. Когда я найду фигурки, тогда уже можно будет о чем-то думать. Будем с тобой великими, блин, гроссмейстерами тут бегать. Берем карту. Так. Комната с очистным бассейном. Мониторная. Ладья, значит, рядом. Так, ну понятно, все. Ладья, значит, рядом, а мы, значит, валим отсюда, нафиг. Так, проходим вот сюда. Опускается вот эта прелесть. Здесь по-прежнему, насколько я помню, в этих местах ничего такого не лежит. Сверхважного. Тут просто нужно пройти. Тут просто нужно пройти и разобраться. Мне дадут огнемет, наверное, кстати говоря. Мне, наверное, дадут огнемет. Я смогу поджаривать пуканы этим сволочам. Ой, какая прелесть. Так, давайте цветочек надо брать. Цветочки, я считаю, надо брать. Тут также... О, класс, 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 класс. Все, супер. Письмо Леона. Клэр, раз ты добралась сюда, скоро можешь покинуть этот город. Мне еще нужно разобраться с одним делом. Но хочу, чтобы ты знала. За всем этим стоит Амбрелла. Если я не выберусь, расскажи всем сама. Леон, скажи мне. Расскажи мне, Леон, как ты вообще мог догадаться, что она опустится вот в эту вот жопу? Вот просто у меня слов нет. Квитанция доставки. Сейф, комбинация на боковой стенке. Тут так и не появилось никаких дополнительных предметов. Я как бы знал, что комбинация на стенке и все такое, но я-то думал, что тут доп-предмет появится, а тут ни хрена нет. Кстати, будет сейчас, наверное, какое-то улучшение для пушечки. Для какой-нибудь. Или же какая-то пушка будет. Вот что-то будет, не знаю. В прошлый раз, по-моему, для брони было. Так, ну-ка, подожди. На всякий случай, да, чтобы не спокойно. Да ты чё, гонишь, что ли, а? Что получаем? Пистолет какой-то крутой. Укрепленная коробка. СЛС-60. А, ну зашибись, я и не могу, получается, объединить. Давай, теперь берем. Получил я укрепленную коробку для СЛС-60, ребят. Я бы, наверное, с этой укрепленной коробкой сгонял бы назад, взял бы нормальные патроны, во-первых, потом укрепил бы там с разрядником. И у меня, кстати, сейчас будет новый классный пистолет, по-моему. Короче, вот, я взял СЛС-60. Да, я его полностью, я на него все, что можно было обмундировать его, да, я его прям объединил со всем, чем можно, с ускоренным шестиразрядником, с ускоренным, точнее, барабаном, с вот этой штукой, которую я только что достал. То есть все сделал как надо, и теперь мы бежим отсюда. Теперь мы бежим, устремляемся, использую сейчас эту пушечку. Тут вот зомбари внизу, да, были раньше. Пацаны, давай, не стесняемся, выходим. Так, ну как оно стреляет? Ну чё, нормально, в принципе. Оно в голову как стреляет. Неплохо, сойдет, я считаю. Недурно довольно-таки. Так, хорошо, теперь мне нужно, по-моему, тут что ли? Да-да-да, вот тут вот, значит, открывать. Переключателем Т-образным. Давай, использовать. Поворачиваем. Там же сейчас начнутся это говно, господи. Эти говносущества сейчас повылезают, блин, из этой сраной канализации. Знаете, они просто будут в меня какашками кидать, наверное, и рычать очень, очень грозно. Не хочу. Вот не...
А я вот тут вот раньше не был. По-моему. Не помню, во всяком случае. Ключ. О, ключ. Хорошо, хорошая штука, ключ. Так, стоп. Наверх можно, а можно вниз, да? А куда мне лучше? Ну, если я взял ключ, то мне, наверное, лучше наверх сходить или как? Да фиг его знает. Давайте куда-нибудь наугад идти. Я плохо помню устройство этой канализации, прям в подробностях. Не могу сказать, что... Ну, ёкарный, ну какая скотина тут. Это вандалы ходят, подлюки. Вот это наслушается то своей рок-музыки дьявола, да? И музыку ада, которая славит сатану. И начинают разрушать всякие вещи. Ай-яй-яй, как нехорошо. Еще и говновирусом подпитываются. Очень плохо. Да уж, жуткое местечко. Вандалы шляются тут. Ой, крыса! На меня крыса напала, по-моему, судя по звукам. А я что-то не понял, а что я тут делаю вообще? О, господи. Не везде. Так, смотрите, а вот сейчас вот реально опасно. Потому что я не совсем понимаю, что как мне делать. На меня сейчас будут, наверное, нападать эти сволочи. Ну, блин, ну вот что, вот оно лежит, да? Давай я в него выстрелю, во-первых. Теперь попытаюсь его как-то оббежать. Это что за херня? Смотрите, а у меня получилось. Одну избежал, по крайней мере. Встречу с одной тварью избежал, это уже хорошо. О, зомбарь. Здравствуй, зомбарь. Ой-ой-ой. Так. На L1. Я думал, гранаты какую-то в рот засунуть этой сволочи на нее. Не вышло. Так, хорошо, ладно. Главное, что я выбрался отсюда. Все остальное, в принципе, не важно. Главное, что я выбрался, я в порядке, в целости и сохранности. Здесь мне нужно достать... Воу, кто там шипит? Здесь мне нужно достать шахматные фигурки. Что за хрень? А что за... Что за бред? А, во-во-во! Ну, темно тут, непонятно ни хрена. Так, шахматные фигурки достаем, значит... И также достаем огнемет, правильно? Вот там же огнемет, он же есть? Он же есть, да. Хорошо. Так, давай-ка берем вот эту прелесть. И сейчас мы ее вставим в другое место какое-нибудь. Или же нет. Так, здесь у нас что? Можем вот сюда вставить, да? Давай-ка использовать. Queen Plug, отлично, подходит. Здесь становимся, значит, по-моему, на лестницу. Да. Тут раздобыть можно еще одну фигурку. Это у нас King Plug. Сейчас появился зомби внизу. То есть в этом плане ничего не меняется абсолютно. Это толкота спившаяся, она тут ходит постоянно. И когда Леон тут... Ой, ну тут другой, по-моему, чувак. Нет, мне казалось, что тут худой был. Или я плохо запомнил, не знаю. Так, а вот... Ты еще один, что ли? А что еще один тут делает? Да вы что, охерели? О, смотрите, у меня даже здоровье не убавилось. Странно. Так, ну подождите. You bastard! Это именно что, бастард. Самый настоящий бастард, понимаешь? Так, сейчас, короче, надо вот этого доуспокаивать. Раз, два. Все, он ложится, он отдыхает. Теперь здесь. А где чувак-то? А, вот он. Раз, два. Все. Так, расслабляйся. Вот. Вот, ребята, мне нужно теперь вставить вот этот. Ну да, King Ring. Опа! Электропушка! Стреляет металлическими стержнями на проводе, которые бьют цель электрическим током, пока вы не опустите оружие. Удерживайте L2 и будете держать цель в поле зрения. Но если вы пропустите через провода слишком много тока, после сильного импульса они перегорят. Ну, мы разберемся, конечно, я пока не совсем понял. А снаряды какие к этому говну нужны? Нет, мне тогда как бы интересно. Ну, если уж на то пошло. Смотрите, вот сюда нужно вставить короля, ну, этого, ферзя или короля, или кого. Короля, да. Сюда вот мы вставляем перед этим королеву, чтобы туда вообще пройти. Забираем королеву. Здесь закрывается дверь. Мы, получается, обходим вот так. И эту фигурку тоже забираем. Все. Просто вот так вот, понимаете? Победа. Победа. Так. Ой, тихо. Не. Не до того. Вообще не до того. И теперь я должен буду как-то при помощи этой электроразрядной пушки, да? Нет, это не то, кстати. Вроде бы. Или же... Подождите. Выбрать. Во! Так, вот она, электроразрядная пушка. Я не совсем могу сказать, что я понял прям, как ей пользоваться. Не, ну здесь я, наверное, вот так вот. Не вижу смысла на него тратить, да? Так, а вот тут вот надо как-то с электричеством каким-то, да? Так, тихо сейчас. Стой, ты куда полез? Ну ты дебил, алло. Вылезай давай. Не, ну и что мне теперь делать? Я не понимаю, мне что, туда что ли стрелять? У меня всего 7 патронов, блин. Ну-ка, давайте я сползу.
Он, наверное... А, он ушел уже, видите? Он как бы занырнул и поплыл. Папа, пловец великий, блин. Я их сейчас... Сейчас его увижу, он будет торчать, наверное, откуда-то. Хотя... С чего я это взял? Может, и не будет, да? Так, ну-ка. О, ну, ну и как это? Удерживать максимальный разряд. Удерживать. Стоп, стоп, стоп. Все? Он умер или что? Я не понимаю. А, ну вроде бы да. Так, ну короче, сейчас мы еще раз. Ну-ка, давай. Так, ага. Оп, вот, вот, стоп, 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 стоп. Не, наверное, надо до конца все. Бич, да, бич, натурально. Все, все, его разорвало, и я бегу отсюда. Ты что меня хватаешь? Ты уже должен умереть. Все, ничего не знаю. Так, теперь сюда бежим. Кстати, мне кажется, или сзади кто-то за мной идет? Непонятно. Ну-ка, давай-ка развернемся, посмотрим. Алло! Ты куда? Ты куда торопишься, красавчик? А ну-ка, подожди. Так, давай-ка мы тебя до максимума прожарим. Прожарка говновирусного мудака. Вот так вот. Вот так. Все? Все, успокоился паренек. А чё, собственно, куда тут? Я не помню, как отсюда вылезти-то? Я все понимаю, но как отсюда вылезти, я, честно говоря, немного не понимаю. Это мне, это как-то выше моих сил. Потому что я вот по колено в говне хожу тут везде. Тут везде горы этого дерьмища. И что, ползать, что ли, по ним? Ну, куда это годится? Да. Непонятно. А, во, наверное, вот сюда куда-то. Не, да, завернул просто. Вот, вот представляете, такая, казалось бы, гламурная с виду бабенка, а в итоге ползает в говне. Не повезло, не повезло, да. Ну, правильно, не только Леону в говне ползает. Я согласен, как бы, с этой точки зрения. Блин, а, на! Вот, вот так. Слушайте, это, знаете, это даже, наверное, проще, чем с огнеметом лично. Больно, да? Ну, ничего, терпи, терпи. Терпи, казак, говноатаманом будешь, да, говновирусный казак. Так, лезем наверх. И что мы делаем? У меня есть, между прочим, ключ, который я так и не применил, а надо бы это сделать, и выкинуть его нахер просто из инвентаря. Но для этого нужно же куда-то пройти тут, да? Ну, а куда тут пройдешь? Плюс еще, кстати, одной шахматной фигурки мне не хватает для полного счастья. Так, стоп, стоп, тихо. А, подождите. Не-не-не, не-не-не, неправильно. Так, вот сюда вот идем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну-ка, блин, из-за угла, ну как я, ну как можно к такому подгадать, из-за угла прямо, падла. Все, давай, вот этому ногу отстрелим, этому, я ему очко отстрелил. Извини, чувак, я не хотел так унизительно с тобой разбираться, но так вышло. Так, так, все, все, не все, может хватит уже? Не хватит, да? Ну ладно, давай вот, вот так, успокаиваем. Нечего выбрасывать, ребята. Совсем нечего выбрасывать. О, кстати, между прочим, туда-то я еще не сходил. Сейчас я снова, наверное, возьму... Блин. Снова, наверное, возьму, да, вот эту красоту. Очень мало разрядов к ней, всего два осталось. Но надо будет использовать по-любому здесь. Ой, стоп, 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 стоп. Что это, важное что-то? Нет, это просто... Здравствуйте. Ну как тебе, а? Тепленькая пошла, да? Оп! Вот так вот. Не понял. А может быть, я его так добью? В принципе, я же его уже повредил. Ах, блин, отравление! Не, ну скотина сдох и отравил. Вы понимаете, какая свинья поганая? Сдох и отравил? Ну это просто немыслимо, блин. На всякий случай достану. Да, остался всего один разряд, но а куда еще их тратить-то, как не на этих упырей? Я думаю, вы согласитесь. Это самое важное, на что можно под... Так. Я упираюсь куда-то, да? Это плохо. А мне куда вообще нужно? Вот сюда, наверное. Нечем дышать. Слушай, а как же я тебя вылечу-то, дорогуша? Ну, давай пока терпи, я не знаю, потому что, сама понимаешь. Может быть, вот это вот будет последнее место, где можно использовать эту срань? Я сейчас буду проверять. Реально траванул меня, нехило, гад, гандон, сволочь. Траванул только так. Нужно остановить токсин. Ну давай, ой, блин. Сейчас, смотрите, как я поступлю. Я сейчас побегу туда, где сохранялка, короче. Побегу туда, где сохранялка и постараюсь успеть вылечиться. Мне надо это, потому что я не сохранялся очень давно, ребята. Я очень давно не сохранялся, понимаете? Мне главное до чемодана добежать, и все будет окей. Сейчас, давай, беги.
Да беги, говорю, тут ползает еще чмо всякое. Давай, нормально, мы справимся. Не это самое, не ссы. Сейчас я тебе сварганю какую-нибудь лечилку. Вначале сохраняюсь, я думаю, я успею, да, это не страшно. Сохраняюсь на всякий случай на другой слот, как всегда. Если что, чтобы можно было раньше перезапустить. Вдруг она мне сейчас коньки отбросит. Не хотелось бы. И вот я теперь подхожу. Давай, быстрее. Так, подходим. Давай, что, вот это вот будем хранить. И сейчас возьмем травы какие-нибудь. Например, смесь трав. Смотрите. Красная. Синяя. Мне кажется, я могу ошибаться. Да, вылечил. Я оказался прав, действительно, по памяти. Вспомнил, да, не забыл. Кстати, надо еще, раз уж я здесь, вот это тоже хранить. Также ключ, нет, это я возьму с собой, потому что никогда не знаешь, когда пригодится. Я тут вот здесь нахожусь, вот на карте. Я нашел какой-то лифт. А, и еще я нашел патрончики. Ну, пригодятся. Патрончики и лифт. Вот, лифт меня ведет куда-то наверх. Ну, давайте съездим. В принципе... Ага. Слушайте, а это не тут случайно шкаф нужно подвинуть? Нет, это не тут. Так, ты это лежишь? Чувак, алло. Пленка. Так, смотрите, получил пленку. Сумка! Во, ой, шикарно, шикарно. Вот это я давно хотел. Так, и вот это тоже можно взять тогда. Ну, раз такие дела пошли. Вот это вот место, оно и есть. Вот здесь вот как раз вот эта вот фигурка, как мы можем наблюдать. Все, я ее взял. Ой, откройте дверь, используй. Тихо. Блин, я-то думал, что с той стороны опасность, а тут и с той, и с этой, отовсюду опасность, блин. Давай, все, бежим. Бежим нахрен. И опускаемся. Теперь... А что это я побежал опускаться? Это я зря сделал, вы знаете. Там же еще ключ надо, там ключом еще дверь надо открыть. Это я куда-то рано убежал. Подождите, не, мы не будем такими сукунами. Сейчас мы вернемся. What the fuck? Вот такой вот фак, понимаешь? Вот лежит фак, поганый. Так, пацаны, по одному только я прошу вас. Я сильно много сразу не выдержу. Ты как, лежишь? Лежи, лежи, отдыхай. О, привет. Раз, два, все. Да блин, беги. Все, вот так. Так, сейчас еще этого тоже успокаиваем. Я по ногам не стреляю, наверное, зря. Надо и по ногам бы тоже стрелять. Ну, это сильно как-то патронов много будет тратиться. И по ногам, и по рукам, и по голове, и по всему. Так, ну ладно, вот этому давайте вот ноги отстрелим для разнообразия. Да что такое, блин, все, упал. Он что-то уронил, что ли? А, так, вот теперь вот ключ используем. Это один ключ или еще? Не, еще, его где-то можно смотреть. Ключ еще можно где-то использовать. Тут у нас что? Тут у нас порох, да? А, лечилка... Трава какая-нибудь есть? Что-нибудь есть? Сожрать быстренько. О! А, это я уже... Комбинация, да. Вот, кстати говоря, можно даже... Знаете, что сделать? Вот я прям знаю, может, это кого-то удивит, но можно даже не полениться, я думаю, и сгонять, проявить пленку в полицейском участке. То есть, вот мне... Я этого не сделал, когда в прошлый раз компанию проходил. А ведь можно... Чё бы нет. Вот эта дорога, она же в полицейский участок ведет. Давайте сгоняем, посмотрим. Так, смотрите. Вот сюда вот, получается, мы приходим. Здесь ничего. Тут, по-моему, нужно на самый-самый верх бежать. Мне просто любопытно, что ж там за такая важная фотография? Что ради нее аж меня игра как бы побуждает вернуться так далеко. Так. А вот, как видите, изначально, и вот этот замок был бы закрыт, и изначально я бы не смог бы сразу сюда попасть, да. Поэтому, когда только-только открыл бы подземный проход в полицейском участке. Здесь как бы... Ключ? Блин. Ну вот интересно тоже. Тут, смотрите, возможно, на этой пленке указано местоположение вот этого ключа, я не знаю. Фиг знает. Мы сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Сейчас сгоняем. Только надо, единственное, вот надо вспомнить, где именно этот лифт. Наверное, наверху. Наверное, он наверху. Где-то вот тут. Да, точно. Точно. Вот, сейчас прикатим. Это недолго, в принципе, но зато вот интересно, да. Я думаю, вам тоже интересно будет, если вы раньше этого не видели. Давай-ка вот сюда пройдем. Так, сейчас надо, во-первых, давайте мы
уладим вот этот вопрос, да? Это нет, наверное. Да, вот это вот можно убрать. Порох. Хорош. Хорош, пойдет. И сохраняюсь. Сохраняюсь. Давай, блин, сохраняйся. Так, все. И бежим, бежим, бежим. Получается, туда, где эта фотопроявочная. Я, кстати говоря, не могу сказать, что я прям очень хорошо помню, как до нее добираться. Но мы попытаемся. По-моему, куда-то вот в ту сторону. Комната хранения фото... А, она рядом, в принципе, совсем. Она прям совсем рядом. Да, вот в ту сторону бежать, да. Так, вот в ту сторону бежать и пленочку, блин, проявлять. Тут вроде бы не сильно-то и опасно, я смотрю. Как-то пацаны особо не кусают. Назад, стоп. Назад, да, вот сюда. Вот лаборатория. Так. Здоровяка тут уже точно, наверное, не будет. Тут, в принципе, наверное, уже никого не будет. Потому что, типа, игрок не должен сюда особо уже возвращаться. Ой, не туда. По привычке. Так, и вот, значит, давай. Чё там? Так, подождите, и сильно темные фотки какие-то. Тайное убежище. Я не понял. Чё это должно нахрен означать? Типа, подойди. Мне нужен, короче, вот... Так, стоп, ну я смогу... А, блин, фотки-то темные, потому что... Понятно, теперь нормально. Смотрите. Я всегда смогу вызвать эти фотографии? Да, тайное убежище, смотрите. То есть сюда можно ходить и искать. Это такой же прикол был и за Леона, за компанию, да? Ну, хорошо. То есть и какой-то стол, я должен там нажать на кнопочку, по-видимому. И еще какой-то бумбокс стоит, херевший. Интересно. Смотрите, я, по-моему, нашел... Да, это Шано. Это что самое место? Вот, вторую фотку нашел. Я нахожусь на карте вот тут, печатная. Так, ну и что это? О, иголочные снаряды. Спасибо. Прикольно. Так, а тайное убежище-то где? Тут только снаряды. Я думал, типа, убежище будет. Где убежище-то? Мать твою. Наверное, надо вторую фотку еще найти, видите? Вторая фотка, там телефон, стаканчики раздолбанные. Ну, блин, ну это я не знаю, надо еще побегать. Тут я уже подсмотрел, я долго бегал, задрался, подумал, блин, какая нахрен разница, сам найду или нет. Хотелось уже глянуть, наконец-то, времени не так много. Вот, смотрите, вот здесь вот, помните вот это место, где мы флешку вставляли? Вот тут вот проходим вот сюда, вот сюда вот проходим. И здесь вот телефон, вот это все, и можно что-то подобрать, по-моему, да? Вот, смотрите. Деревянная коробочка. Ну. О, искатель сокровищ. Отлично. Изучить. А что тут? Открываем. Большой магазин. МК-11. И я могу, получается, объединить с... Наверное, с вот этой пушкой, да? Да. Смотрите. Ну что, это классно, в принципе. Так, и... А вот это вот 7 штук, это тоже можно, получается, с чем-то объединить? Боеприпасы для электропушки. Ты смотри. Это боеприпасы для электропушки я нашел. Так вот это что-то. Оно выглядит, блин, как магазин для пистолета. Так, иголочные снаряды. Название такое. Иголочные снаряды. Я думал, это залупонь какая-то. Типа тю-тю. А это для электропушки. Не, ну это круто, слушайте. Ну это классные секреты. Я тогда, блин, полезные вещи. Полезные вещи. Проапгрейдил УЗИшку и еще и для электропушки нашел. Это круто, слушайте, это классно, это здорово. Я теперь буду все машины для убийств. Это офигенно. Главное, только осталось что? Главное, вот сейчас вот давайте, раз уж я в фотолаборатории, я пораскидаю тут вещи ненужные по сундуку. И да, у меня, в принципе, все нормально. Все, пофиг. Все окей, все отлично, все пойдет. Теперь только осталось, в общем-то, пройти назад. Опа! Да ты что, хочешь сказать, что... Я же ему башку отстрелил! Вы посмотрите на него, как он меня... Это странно. Башку отстрелил, оно все равно кусается, а. Вы прикиньте, ну-ка, на. Да на тебе, во, все. Все, вот это было прям круто. Так, это смотрите, это с какого я оружия стреляю? Я уже даже, честно говоря, и сам хз. Вот с этого, наверное. Да фиг знает с какого. Это не важно. Это не важно, главное, что я справился. Да-да-да. Ломится тут кто-то. Офигеть. Прям ломятся дико просто, в открытую прям, смерти моей хотят, сволочи. Это я уже вернулся, естественно, как вы поняли, да? Так, я думаю, тут очевидно.
Надо сваливать теперь обратно. Надо как-то валить обратно, получается, и решать загадку с этими самыми, с шахматными фигурками, блин. Вот это туда или куда, я честно... Да, по-моему, сюда. По-моему, это сюда, все, я правильно делаю. Сейчас я там поднимусь, рядом с фуникулером будет лестница, получается. Я поднимаюсь, и все, круто. Давай-ка, оп. Да-да-да, точно. Вот сюда мне нужно. Единственное, надо быть аккуратными, опасаться зомби, потому что они тут норовят появиться где угодно, сволочи такие. Понимаете, просто... Те алканавты, они как только забухают, они сразу, у них приступ активности, шило в жопе в их зомбийской, да? Мозгов хочется все больше и больше, они везде появляются и появляются, да, вот, пожалуйста. Вот об этом я и говорил, уже рычит, скотин. Так, уже сволочь такая рычит, все, удерживаем. Тут безопасно? Не, я не помню просто. Ну, вроде бы нормально. Так, значит так, сейчас, что надо сделать? Ну, вот это можно хранить, вот это можно хранить, вот это можно хранить. Стоп. Теперь... деталь устройства. Раз, два, три. Все, три детали устройства взяли. И вот теперь вот надо думать, распределять, как это говно, чё, куда. Здесь у нас, я так понимаю... Вот насчет этой, кстати, фигуры я хер знает. Вот тут вот, так как тут оторвана бумажка, то, наверное, по-хорошему ее тоже надо взять и как-то думать, как ее распределять. Здесь-то понятно, да, что пешка к пешке, король, конь к коню. А вот дальше пойди разберись. Ну, давайте смотреть. Значит, ладья... Ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Не, ну если ладья рядом с конем, то, по-моему, очевидно, что конь здесь, а ладья, значит, здесь. Все как бы понятно. А где ладья-то, кстати? Вот, это ладья, да? Плагин. Все. Так, хорошо. Что еще? Король с ферзем порознь, но развернут к коню. В самом конце, а сам конь не так, как на футляре. Конь не так, как на футляре. Серьезно, блин? Блин, вот это плохо. Но, подождите. Хорошо, конь не так, как на футляре. Но пешка так, как на футляре? Ну, чтоб тебя. Ну, почему конь-то не так, как на футляре? Ты вот ты ж сволочь, а. Ну, вот откуда я теперь знаю? Подожди, еще раз давайте думать. Смотрите, ладья с конем, но не смотрит на ферзя. Если король с ферзем стоят порознь, то они точно не могут быть на этой половине, потому что тут уже пешка. Тогда король с ферзем бы стояли рядом. Понимаете? Поэтому король с ферзем стоят порознь. Это вот здесь либо ферзь. У меня всего один вопрос. Король, а ферзь получается это вот. Во, ферзь. Да? Остались у нас кто? Конь остался. Это слон. Ладья. Так. Ну вот как бы вот так, наверное, получается. Да, не порознь. Но развернутый к коню в самом конце, блин. То есть конь вот здесь, да? А сам конь не так, как на футляре. Но это я уже понял. Вот здесь, допустим, не знаю, слон, например. А здесь ладья, например. Просто наугад. Так, хорошо. Неправильно. Так, да, это явно не по моей. Да и не по моей, ты знаешь, я вообще все это вертел, блин, на болту. Так, давай-ка еще раз. Так, сейчас вот сюда. И вот сюда. Так, попробуем. Нет, да? Хорошо, давайте поменяем местами. Так. И теперь подходи. Вот так вставляю. Сюда эту фигуру. Сюда эту фигуру. Ой, слушайте, слава тебе, Господи. Получилось. Окей. Спасите Шерри. Да, блин, пошла она нахрен, пусть она сдохнет. Мне уже без разницы. Через такое говно проходить, блин. Как кусают, грызут постоянно. Потом еще и вот эти гроссмейстерские задачи, блин, решать. Неужели эти дети настолько ценны, блин? Да ну его нафиг. Вообще, пусть сама разберется с своей мамашей. Я не хочу, я отказываю, я увольняюсь. Все, я увольняюсь нахрен. Так. Тут, конечно же, да, ни хрена не работает. Должно быть, не стыд, должно быть, нет, я прям в шоке. Нет, тут питания нет, представляете себе? Всегда было, а тут раз и нет, прям охереть. Так, я помню, в прошлый раз мне почему очень быстро прям удалось это пройти. А сейчас хрена с два, да? А, нет, тогда я за два, по-моему, клик прошел, а сейчас за три. Вот такая вот хрень. Ну чё, а сейчас вот эта падла вылезет. Лапами своими, да? Или тут что-то по-другому будет? О, спасибо. Цветочек. Аленький, давай объединяем. Все, класс. А я могу объединить, кстати... Нет, не могу. Понятно, все. И чё?
Вы хотите сказать, что я просто сейчас пройду? Нет! Нет! Вот видите, я так... О, черт! Да я согласен, блин! Опять началось! Так, он сейчас прямо... Ага. Я уклоняюсь. Получилось. Еще раз уклониться. Во, зашибись. А если я просто тут буду стоять? А, ну да, он тут тоже сможет пройти, в принципе, ладно. Да блин! Заставишь меня нервничать! Сволочь! Давай вскрывай уже двери тут. Ты должен дверь вскрыть сейчас свои лапищи. По-любому. Так хочется руку отстрелить, а, падли. Чтоб нечем никогда, чтоб никогда не дротило оно потом. Вот такое наказание тебе будет. Значит, нечем будет тебе дротить, скотин. Вот сюда, наверное, надо встать, да? Оно сейчас пробьет. Или как? Ну-ка. А, все, он там спрыгнул. И сейчас мне... Давай, давай, давай. Давай, дорогуша, выбивай дверь. Выбивай дверь. Подумай, ты самец, давай. Вот сделай это. Ой, молодец. Ой, как хорош. Так. Вот. Да. Ну что ты будешь делать? А ему вообще похеру, да? То есть... Ой-ой-ой. Так. Использовали. И побежали, я тебя прошу, побежали. Он зажал меня, я не могу. Во, все, теперь могу. Ух, так, теперь могу, смотрите. Так и знал, что ты не сдохнешь. Я тоже. У меня прям предчувствие было, интуиция у меня сработала, что не сдохнет эта скотина. Сейчас надо, я так понимаю, проделать то же самое, да? Что мы и делали в прошлые разы. Давай, удерживай. Смотри, теперь доставай вот этот пистолет. Он мне больше пригодится, я считаю. Сейчас раз, наносим удар, да? Сейчас мне нужно просто уклоняться от этой скотины. Давай. Ой-ой-ой, какие мы! Ну, лень, какие мы вообще опаснее, типа, смотри. Ну, давай еще попробуй. Еще что? Глазастик, что еще ты мне? Что еще ты мне сделаешь, а? О, какой ужас, все, это страшно. Так, смотрите, давай, бей. И сейчас надо, стреляем ему в глаз прям. Во, раз, два. Два! Так, у меня для тебя сюрприз. Перезарядочка. Отходим назад. До свидания. Очень рад был видеть тебя опять. Тысячный раз, блин. Вы представляете, как ему, наверное, Ох ты. Ты посмотри, какое ублюдочное скотское создание. Ну ладно, значит его надо два раза тут, да, так? Два раза его так надо унизить, я понял. Хорошо, давай еще раз. Блин. Здоровье, кстати, что-то как будто бы... Хорошо. Хорошо. Два раза такая тебя херня долбанула лапой. И хорошо. Это интересно. Так, перезарядку. Ну-ка, давай. Разгоняй сюда. Ой. У меня все еще хорошо? Да, все хорошо, ребят. Все отлично просто. А что может быть плохого, правда ведь? Давай. Наносим. Пришло время для... Так. Блин. Да сволочь ты, я ж попал. По-моему, у меня не получается. Так, по-моему, у меня не получается. Ну-ка, не-не-не-не-не-не-не-не. По спине долбанул, да? Ну, очень слабенько. Очень слабенько долбанул по спине. Так, подождите. Мне реально надо его немного успокоить, чтобы он полежал, потому что... Ну, серьезно, это уже перебор. Он какой-то сильно активный. Так, что здесь? Ага, световая граната, да? Ну, вот он как назло, сейчас он встанет уже, падла, когда время-то придет. Я, короче, смотрите, я становлюсь вот сюда. И сейчас его буду успокаивать. Давай, вот этим вот. Или, стоп, чем лучше? А, кстати, чё бы нет? Ну-ка. Так. На нем не действует этот, что ли? Просрал электрозаряд, вы представляете себе? Ну, это обидно. Хорошо, ладно, я понял. Я все понял, так, давай. Блин, ну ты издеваешься, что ли, своими перезарядками, дура? Так, еще раз. Все, здесь сейчас последний раз, наверное, уже будет, да? Ну давай, ну. Вот. И теперь вот, ребята, в глазик. Раз, два, три. Ага. Все, ты успокоился, не? Да. Да ты можешь уже упасть со своим глазом дебильным! Ты достал! Давай второй раз ему быстрей. Быстрее говорю, я его долго не задержу. Все, перезарядка. Ой. Ну, может, уже пора, нет? Как ему, наверное, надоело, что одно и то же с ним происходит в последнее время, да? Вначале мужик пришел этим контейнером, его унизил. Теперь вот эта баба пришла, унизила. Ну, ты тупой, потому что ты не учишься на своих ошибках. Понимаешь, вы вообще не просто имбицил. Ну, что поделать? Что поделать, если создание имбицильное такое вот у нас? Ничего не поделать, да. Придется ему терпеть, да. Терпеть... Прости меня, Шерри. Быстрее не получится. Ох, класс. Слушайте, класс, еще взяли эту шнягу. Ой, это хорошо, да.
Электроразряд, конечно, жалко просранный, но я должен был попробовать. Так, мы открываем. А, понял, понял. И вот к этому же опять-таки рычажку мы приходим. Все, давайте уже выпустите меня отсюда. Шерри, мама с тобой. Шерри. Шерри, ты меня слышишь? Да ты мама с тобой, ты прямо мать тысячелетия, блин. Такой матери... О, нет. Шерри? Клэр? Шерри, ты в порядке? Ты что делаешь? Помочь хочу. Шерри заражена, ее уже не спасти. Поэтому они ее держат, типа, здесь, да? Да ты шутишь, ты же ее мать, быстро иди сюда! Ты не понимаешь? Уильям все еще где-то там, если его не остановить... Разговор закончен. Стой! Стой! Я могу помочь ей. В лаборатории. Это недалеко. А, ну так уж и быть, мать. Если ты все-таки решила попробовать помочь, то я не против. Мамочка. Я не против. Слушай, я прям неожиданно. Откуда? Чего такая доброта? У нас так мало времени. На кону миллионы жизней. Шерри. Мама тебя очень любит, милая. Прощай. А чё прощай? Ты же сказала, что поможешь. Передумала? Да ты чё, шутишь, чтоб тебя, мать твою, дери? Шерри, не беспокойся, я добуду все необходимое, слышишь меня? А почему ты это делаешь? Потому что мне не наплевать. Спасибо, Клэр. Родители у тебя охеренные просто. Мне кажется, лучше бы тебе в детдоме было, где не казаться. Серьезно. Вот прямо вот да, вот. Это просто охереть. Хотя она, в принципе, недавно оттуда. У Якубовича же детдом был, правильно? Ну, он какой-то недружелюбный детдом. Недружелюбная семья, недружелюбный детдом. Все какое-то недружелюбное вообще в этой игре. Надо отметить маленьким детям. Печально. Вот туда наверх или куда? Я не знаю просто. Куда мне переться-то? Мусороприемник. Агент сказал, и лаборатория недалеко. Стоп, этот фуникулер. Ну и что фуникулер? Чем он мне поможет? Фуникулер-то я как бы помню где. Это вот сюда вот, по-моему, надо идти. Держи, Шерри. Все будет в порядке. А как мне от крокозябры отбиваться, если я с ребенком тут хожу? Это на меня крокозябра нападет? Я уже рядом, Шерри. Мы уже рядом. Дверь открывать можешь, нет? Кай не может дверь открывать, алло! Что-то я не туда, по-моему, прибежал, да? Давай в сейф ее положи и закрой, все. Мы уже рядом. Все, дорогая, теперь это твой новый дом. Все, да. Давай, можешь там грызть, кого хочешь, кусать. Не, я не туда куда-то побежал, явно. А, стоп, вот туда вот. А что, мне сейчас там откроют, что ли? У меня же нет этого ID. У меня же доступа нет. Типа, а как я попаду? О, отлично, фуникулер. А что, отлично, нас туда вообще-то не пускали. Ну да. А, ок. Ок. Хэм-хэм. Хэм-хэм, блин. А эти что, двое, которые сюда уехали, Ада и Леон, по этому фуникулю, они его обратно привели, типа? Ада такая подумала, отправлю, вдруг еще кто-то захочет сюда приехать, да? Вот сюда, ложись. Держи, Шерри, ладно? С тобой будет хорошо. Я так понимаю, что здесь сцены поцелуя нам не нужно ждать, да? Я надеюсь. В прошлый раз это еще куда ни шло, но здесь бы не хотелось. Ладно, нужно все проверить, пути назад не будет. Да, все, проверили, давай дергай уже. Нормально все. Все будет нормально. Ох, как мы, бодренько. Фуникулер направляется в Нест. Бодренько достаем пушечку. Не покидайте вагон, пока не прибудете в пункт назначения. Так, ну, че? Сейчас из нее как что-нибудь тоже вылетит. Надо аккуратнее быть. Пушку наготове держать. Эй, ты как? Да ну офигенно, не видно что ли? Никак лучше не бывает. Какая теплая у тебя куртка. Ее мне дал брат. Она вроде как приносит удачу. Не знаю, что бы я без тебя делала. Да ты шутишь?
У тебя все было бы отлично, пока я не пришла и не втянула тебя во все эти неприятности. У меня тут твоя вещица. Не, не хочу. Правда? А почему? Такая красивая. Это мне мама подарила. На день рождения в прошлом году. А я просто хотела, чтобы она чаще была дома. Знаю, тебе кажется, что твоей маме все равно, но... Но это правда, да, в принципе, это что? Эй, Шерри. Иди. Но я знаю, твоей маме кажется, что... Тебе кажется, что твоей маме все равно, но ей не все равно. Я просто насрать вообще. Ей насрать-то хотел. Станция Нест. Так. Заразить ребенка каким говном, чего бы нет. Потом ему помогать. Да ну нафиг, типа. Ну. Все хорошо, я держу тебя. Давай. А, мы с ней будем бегать прям по лабораториям, да? Амбреллы. Прям будем бегать с ней вот по ним. Это же шикарно. Она ж ни разу нам не будет мешать отбиваться от зомби. Мне что, ногами надо будет отбиваться от ними или что? Или плевать в них? Я прям в глаз зомбям плюнул, так и хорошо. Держись, Шерри, все хорошо, да? Ты ей еще 15 раз скажи, что все хорошо. Она поверит, наверное. Не знаю. В целях безопасности не подходите к дверям, пока они полностью не откроются. Давай рискнем! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай, давай. Шерри, хочешь рискнуть? Как прикинь, сейчас я по башке дверью. Тебе ж мало было проблем, да? Давай еще. Вот эту тоже об нее пообтеремся. О, глянь, видишь, нам только что шандарахнуло искрой в глаз. Классно. Желаем приятно провести время. Не пытайтесь повторить этого дома, если вдруг вы попадете в корпорацию Umbrella. Действительно, вот ждите, пока дверь откроется полностью, ребята. Вот так, как я сейчас сделал, не надо. Это все ради шутки. Тут можно что-то, нет? Да что за херня? Мне куда-то положить можно? Нет, это что? Вот, на диван давай. Киню на диван. Ну что за срань? Мне что, с ней бегать, что ли, все время? Ну ладно, хорошо, я понял. Мне игра сейчас не дает ничего. Ни сохраниться, ничего не дает. Есть тут только вот доступ второго уровня, туда меня не пустят. Есть вот тут какие-то бумажки, есть, в принципе, стул, наверное, на стул посадить или в ящик засунуть. Я не понимаю. А, вот, гляньте, на кровать, все понятно. Ладно. Так. Вот так вот. Так. И что теперь? А, здесь должно быть хоть что-то. Антивирусный препарат? Вот. Это должно помочь. Эй. Шерри. А, мне надо идти. А ты побудешь здесь. Хорошо. Я скоро вернусь, я обещаю. У меня есть серьезное подозрение, что когда мы вернемся, мы увидим такую маленькую копию, наверное, вот этого доктора Биркина, да? Такое маленькое бесформенное говно-существо будет лежать и извиваться. Ее бы хоть пристегнуть как-то, я не знаю, мне кажется. Чего? А, тревога в гнезде! Я другое слово прочитал. Из инцидента в Северном Крыле всему персоналу гнезда необходимо немедленно применить антивирусный агент Дьявол. Дьявол — единственный способ предотвратить г-мутацию. Если вы заражены г-вирусом, немедленно обратитесь за помощью, чтобы своевременно выявить и уничтожить Г-клетки в вашем организме. Данное письмо рассылается автоматически в случае чрезвычайной ситуации. Не отвечайте на него. Давай ответим. Пошел нахер, да? Похулигать. Карта лаборатории Север. О, шикарно. Ну что, давайте на этом будем заканчивать. Продолжим в следующей серии. Она уж будет финальной. Я думаю, я тут довольно быстро справлюсь с этой лабораторией. Мне кажется, проблем быть не должно. Уже проходили. Пока на этом все. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.